Здравствуйте, ребят. Меня зовут Бениамин. И мы сегодня будем урок с вами вместе, да, делать. Сейчас подождем людей, чтобы кто-то подключился. Вот, есть один человек, добрый день. Три человека. Всем привет. Шесть человек, прекрасно. Кстати, такую вещь, хорошую книгу, я не знаю, я на камере обратной системы священных книг иудаизма. Вот такую книгу купил маленькую, всем советую. Здесь очень классно расписано и доступно, просто расписана структура всех книг, трудов. Танах, потом Мишна, вот, Талмуд и так далее. Ну, то есть Гмара, все классно расписано. 31, шалом всем. Шава тов, ходы, штов, прекрасный месяц, прекрасное время. Что-то у меня не нравится, мне как это происходит, мигает все. Чтобы вам было комфортно, окей. 34 человека за минуту, очень быстро. Как слышно? Напишите кто-то, слышно ли нормально, пожалуйста. Могу одеть просто наушник, чтобы лучше было. Так. Я просто переживаю, что меня не слышно, понимаете? О, шалом, Сань. Привет. Напишите, пожалуйста, действительно, как слышно. С вами Шаватос, слышно, видно. Все четко, спасибо. Тема сегодня такая. Тема оппонент, то есть сатан. Сатан, сатана, Люцифер, дьявол, Господи, такие страшные все слова, что если это все воспринимать как-то так очень сильно всерьез, очень сильно страшно будет. Спасибо. В общем, что такое сатан? Сатан с древнеарамейского языка – это оппонент переводится. Чей оппонент? Оппонент наш – это, грубо говоря, голливудский фильм. Там есть всегда каскадер, это дублер, тот, кто берет на себя все вот такие, всю опасность на самом деле. Звучит как-то странно, потому что как так? Опасность, каскадер, а здесь сатан. Сейчас попробуем это разобрать, как это работает. Вот все дело в том, что нам Творец по определению дает. Ну, с этим спорить никто не будет, потому что он нам дал жизнь. Самое первое, что он сделал. Он нам сразу жизнь дал. Все good. У нас есть жизнь. Теперь, важно что? Важно то, что мы не можем просто принимать это все то, что он нам хочет дать, потому что он нам слишком много дает. Как это слишком много дает? Это так, что, допустим, есть, мы говорили, я не знаю, вы слышали, не слышали, понятие сосуд. Есть такая вещь, сосуд. Вот, и есть свет. Свет Творца. Теперь, как это работает? 100 грамм, вот этот стакан, я не знаю, там он 300, по-моему, да? В этот 300 не поместится 400. Это очевидно, логично, ясно. Но у него поместится, допустим, 250. Что тоже, в принципе, неплохо. Вот. Что такое 250, что такое 300? Это процесс. Это тот процесс, который заставляет нас каждый день просыпаться утром, каждый день идти вперед, двигаться, делать что-то. Может быть, я говорю как-то на простом сильном языке, на языке такого нерелигиозного, потому что я считаю, сейчас мы поговорим о религии, вот, я считаю, что сегодня наше время, слово религия, оно, может быть, кого-то будет заводить в не в ту степь, не в то русло, мы говорим о духовенстве, как стать лучше, как стать, вот как быть причиной своей жизни. Теперь, сатан. Кстати, гематрия слова сатан, я несколько раз это буду повторять, потому что люди приходят, уходят. Гематрия слова сатан 364. 364. Сколько дней в году? 365.
Есть один день, когда сатан берет паузу, он отдыхает, он, у него законный выходной, он чилит, что называется. Вот. Когда у него этот чил происходит, это такой день Йом-Кипур. На этот день, когда сатан не работает, он взял паузу, он отдыхает, он даже не наблюдает за нами, он просто где-то. Кстати, еще отдыхает сатан тогда, когда у нас, он не понимает язык арамейский. Вот когда мы читаем арамейский или там глазами на него смотрит, он не понимает арамейский язык. Вот так он устроен. Теперь сатан — это помощник Творца. Это не... Еще раз повторюсь, кто подключился с древнеарамейского языка, перевод слова сатан — это оппонент. Это не сатана с рогами, там всякие с вилами, какие-то вот эти все иллюстрации, какие нас там в детстве пугали и сейчас пугают. Это речь не об этом. Это речь о том, что это оппонент, наше эго. Кстати, можем это быстренько рассмотреть на таком примере. Исход, то есть книга Шмот, глава 14, стих 19, 20, 21. Когда стан Израиля убегал с Египта, и за ними гналась... Кто за ними гнался? Ра. Кто это? Бог какой? Ну, Египет. Ра, правильно? Что такое Ра? Это эго. То есть, если это по соду посмотреть, по комментарию, грубо говоря, каббалистическому, это ребята убегали от убежи от своего эго. То есть, тогда вода очищения открывается, и ты выходишь из этой ловушки, с этой пропасти, которая называется эго, эгоизм. Звучит странно, но оно так, в принципе, есть. Я ничего нового не придумаю, я просто делюсь с вами тем, что успел уже изучить. Время на это не потратит, а инвестировал, правильно, надеюсь. Теперь, сатан. Эти все моменты, которые мы говорим, вот молитва, быть лучше, быть причиной. Это все то, что идет по согласованию. То есть, сатан приходит к Творцу и говорит: слушай, есть там классный Бениамин или есть там классный какой-то человек, давай его проверим. Вот это, когда начинаются испытания, вот, это называется вот проверка. Что это такое? Это тикун. Это тикун, это исправление в жизни. То, что нам комфортно делать в жизни, ну, очень там нравится. Давайте мы как-то... Сегодня 21-е, когда играть карты в казино, любить женщин там чрезмерно. Вот, это нам в этой жизни нравится, это, по всей видимости, то, что нам надо исправить. Там у нас много клипы, то есть энергия в клипот, в шарике закрыта, которая действительно внутри идет. Вот. И нам ее выпустить надо, убрать эту клипу. Работа, исправлением. А мы, наоборот, своими действиями, то, что нам очень так вот реактивно нравится делать, мы ее еще укрепляем, эту клипу. Это нам помогает вот наш противник. Это ему честь и хвала. Утренние 5 минут. Я сплю, еще 5 минут, еще вот это. Представляете, это он нам говорит. Но прикол в чем? В том, что он, сатан, уже проснулся, почистил зубы, там, все подготовился, оделся. И он же к вам пришел, одетый, собранный, говорит: ну что, спи еще, Беня. Еще 5 минут давай, проспи, неплохо будет, давай еще чуть-чуть дотягивай. Вот, это то, спасибо большое. Вот, это то, что называется вот быть в ловушке сатана. Мы когда делаем, допустим, вот я не согласен с этим, я говорю: слушай, нет, я не хочу вот это делать, да, ну, слушай, тебя давай, я собираюсь, я иду, у меня есть дело. Он уходит. И Ицхак Лурия пишет, что самое сильное сопротивление – это минха, это, вот, это суд, гвура, самое сильное, когда больше всего сатана. Он ушел утром, потому что утром – это хесед, это Авраам, это получение, это солнце, это милосердие, это Авраам. А после обеда – это гвура, это Ицхак. Не надо вот сейчас путать суд с этим судом, который мы себе знаем с нашей светской жизни. Вот, это чуть другое. Вот, и это его появление, то есть он отдохнул, он начинает нас больше всего в свою вот эту работу втягивать. Есть много хороших притч,
по этому делу, но сейчас мы до них дойдем. Как разобраться, надо идентифицировать вот сатана. Допустим, самая простая идентификация сатана – это наша реакция. Он хочет, чтобы мы реагировали всегда реактивно. Упал стакан, мы там матерились, что-то делали. Ну, то есть проблема не в проблеме, а в реакции на проблему. Допустим, какая, кстати, очень сильная эмоция? Очень сильная эмоция, которая побуждает нас к каким-то действиям. Когда недостача информации, что такое, ну, злость, да, вот эта сильная эмоция, она когда проявляется? Когда у нас нет недостача информации, вот когда мы не знаем, оп, мы ждем человека, он трубку не берет, мы не знаем, что происходит, из-за того мы начинаем подчистую нервничать. Устроен так, мы говорим, обратите внимание, что устроен так мир, так человек устроен. Ну, некий стереотип. Потому, кстати, то, что мы говорили в начале, кто не слышал, на предмет религии. Я вот, допустим, обратно повторюсь, может, это кому-то сейчас, просто это мое мнение, вот, я не считаю иудаизм религией, вот, я не считаю, ой, что-то надо нажать, вот, иудаизм религией, я считаю, что иудаизм это такая большая система, на которую ты не можешь просто вот встать и все, и там ты, вот я там окунулся, я стал кем-то без, я вот не хочу переходить, вот, или я там произнес какую-то строку, и я уже там, здесь такого нету, здесь ты начинаешь бежать вот не спринт, не марафон, а вот так по кругу, то есть, грубо говоря, увеличивать свой вот этот, свой сосуд, свою вот внутреннюю силу, внутреннее наше «я» трансформировать в правильное русло. Важно то, что мы живем все, понимаете, мы же, всех людей в мире желания одинаковые. Будто в китайца, в бразильянца, в всех, неважно у кого. Все хотят быть здоровыми, все хотят быть счастливыми, все хотят, чтобы их дети были здоровыми, все хотят, чтобы было семьи, что кушать и так далее. Потому звук хуже стал. А как мне это поправить? А так? Окей, все, я ближе тогда. О, хорошо, вот хороший комментарий, 100%. Да, это так и есть. Я тоже так думаю. Я просто, я не знаю, это не сильно, я не могу, все, есть разные вещи, есть разные люди, есть везде и хорошие, и такие, и сякие, вот. Теперь идем дальше, у нас же оппонент наш сатан. Грубо говоря, мы уже знаем, что был такой большой взрыв, цим-цум, слышали такое, да? Вот, этот большой взрыв, это, вернемся просто в прошлое, далекое прошлое, это то, что создало противостояние, то есть, создало вот эту комнату, темная комната, в которой посередине комнаты стоит лампа, она светит, то есть, есть вот свет сильный, он классный. Теперь мы на эту лампу ложим одну или кладем, я не знаю, как правильно сказать, или все русские слова знаю. Кладем вот эту простыню, вот мы, или там полотенце, одно, второе, пятое, десятое ложим, и света нету, то есть тьма становится. Вот это работа сатана, но на самом-то деле свет там внутри есть, правильно? Я это уже говорил, может кто-то слышал. Свет внутри есть, просто наша задача вот эти кладем, окей, спасибо большое, класть, окей, все запомню, класть, ложить это лежа, наверное. Окей, все, кладем вот эти полотенца. Нас, он там есть, внутри свет, нам надо задача снимать вот эти клипа, давайте разберем, что такое, чтобы эти мудрые слова не говорить, клипа, что такое, вот это наше реактивное поведение, это наши вот эти все слова, которые мы сказали, подумали и так далее, и так далее, и так далее. Важно не то, что как мы делаем, а с каким сознанием мы делаем первично. Потому что, допустим, мы говорим, вот смотрите, он там политик, да, вот он живет так, все у него так, он то есть, столько денег и ворует, и так далее, и тому подобное.
Понимаете, нечего туда смотреть. Мы не знаем, что у него в прошлых оборотах было и какая у него цель. Спасибо за комментарий. Да, буду честно, не знал. Вот. Мы не знаем, какие у него в прошлых оборотах, в прошлых реинкарнациях задания были, почему он попал в этот мир. Мы знаем эти, да, притчи Большимтовские, мои любимые вообще. Большимтов — это мой любимый цадык, это величайший человек. Вот. Потом можем поговорить о этих притчах, как один нашел, второй потерял, один получил, а на самом деле это история с прошлых оборотов. Так что мы ссылаемся только на свою жизнь. Допустим, я Бениамин 20-го года, я Бениамин 16-го года. Какой я стал? Лучше, хуже и так далее. Смотрим по своей диаграмме. А так можно увидеть, просто идентифицировать то, что мы говорили, идентифицировать нашего противника, нашего сатана. Потому что мы думаем, что это наш, допустим, враг. Но на самом деле, как меня мой учитель научил, то, что мы говорили, то, что мы изучали, это наш помощник. Странно звучит, но сейчас попытаюсь объяснить. Бизнес-учителя, коучи, вот эти все инфо-цыгане, их еще называют, они говорят что? Они говорят, позитивом делимся, негатив скрываем. Как-то странно. То, что... Ну, не странно, наоборот, нормально. Звучит супер. То, что меня учили, это наоборот. Странно. Вот это странно, да, действительно будет. Негативом мы с людьми делимся, а позитив скрываем. Как так? Как так? Вот. А объясню. Мы посадили, чтобы был плод, чтобы был плод, надо чтобы прошел процесс, чтобы зернышко, мы когда его закапываем, наша жизнь это представим поле, и мы закапываем туда зернышки. Вот мы закапываем это зерно. Все, что знает корень, знает и ветка, это ДНК так устроено, все прописано уже. Вот. Помним, да, про эту точку? Все знают, да? Когда мы рождаемся, ангел, бум, но мы все знали в утробе матери. Теперь, вот мы, если это зерно посадили и через там, 5 минут его достали, будет ли результат от этого нашего позитивного, хорошего деяния, проактивного деяния? Нет. А если мы, вот, допустим, элементарно жизни, кто-то что-то там в работе, партнер или там дома, там, жена, неважно кто, что-то сказала или там сделала, и это нам там не понравилось, и мы это положили, поклали, наверное, да, поклались, в общем, путь. Внутрь себя засунули, и мы это держим. То есть мы даем этому негативному какому-то такому слову, действию, деянию, зерну, мы даем ему время, а этот мир физический, то есть мы знаем, это мир физический, асия, вот, или малхут, он физически, здесь есть время, это от причины до следствия, от преступления до наказания, промежуток. И мы ему даем этому зерну время, оно там, бум, у нас прорастает, там, как оно растет, зерно, потом корень, потом... Стол, стол, потом ветки, потом плод, и бух, взрыв, там ссора какая-то, там то, все, потому что вот так. А человек уже и забыл, собственно. Это, кстати, про религию притча. Идут два монаха, и видят два монаха, что в речке женщина, там, помогите, спасите, тонет. И один, не думая, все там себя скидывает за ней, побежал, вытаскивает женщину. Второй, боже, смотрит, думает, блин, что ты делаешь? Ну, нельзя же это все, ты что, как? И кричит, нет, не делай, стой. Этот достал женщину, там, ну, вытянул ее, она ее поблагодарила. Ну, и потом они оделся, идут вместе, все идут. И проходит там 30-40 минут уже, они уже часть дороги прошли. Этот второй, который на берегу стоял, говорит ему, слушай, зачем ты ее трогал? Как ты мог, ну, трогать женщину? Как ты мог вообще, ну, на такое сделать? Как ты мог? Говорит, слушай, знаешь что? Нет, говорит, как ты ее мог на руках нести? Говорит, я не знаю, как я ее не несу, а ты ее еще, по всей видимости, несешь. То есть мораль какая? Мораль такая, то, что мы говорили. Вот, зерно мы садим и мы несем в себе. Так какое мы будем нести, хорошее или мы будем нести зерно плохое?
Спасибо вам. Я просто, у меня mother language не русский, понимаете? И русский один из самых сложных, очень сложный язык, и я его постоянно изучаю по классу. Вот это глагольный, в общем, приставки. Я возьму это на вооружение, что называется. Спасибо большое. Вы поправляете, потому что, ну, я так стараюсь. Вот. И двигаемся дальше на предмет вот этих зерен. У нас так бывает, что мы вот такое, мы сделали что-то хорошее, думаем, так, блин, елки-палки, я сделал хорошее сегодня, я завтра хочу сразу все получить, ну, обратную связь. Я сделал хорошее. Где это, почему это я не получаю обратную связь от этого? Или наоборот, мы сделали хорошее, завтра у нас плохое случается. Мы думаем, и у нас приходит вот это разочарование, вот этот момент, когда мы говорим, елки-палки, творец, я ж так хотел, я ж так старался, я такой-сякой, я хороший. Вот это истинная работа вот этого противника, сатана, по согласованию с Творцом. Вот этот момент, вот эта нить, когда нас испытывают, когда идет испытание, когда надо сказать стоп, окей. То есть мы же знаем, что жизнь — это такая полоса, вот, пожалуйста, вот. Да, думаю, еще не заканчиваем. Жизнь — это такая полоса, а эти события — это вот наши там дни, да, вот эти события. И это событие, как оно будет происходить, это зависит от нас, потому что реакция на эти события важна. То есть на это событие, как мы реагируем обратно. Мы говорим о очень простых вещах. Я иной раз думаю, блин, да мне это учитель говорил еще в 2015-м, а я это только в 2020-м понял. Елки-палки, ну как фильм «Матрица». 99-й год, посмотрим сегодня, блин, другое. Почему Тору читают каждый год? Спасибо большое. Этот, я учил его. Да, 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 все. Да, точно. Вот, теперь. Почему это так происходит со мной? Почему я вот такой? Кстати, когда начинают себя жалеть, это тоже эгоизм. Истинный эгоизм — это истинный альтруизм. Это вот когда я себя там тра-та-та, кто мой учитель? Игаль Кутновский. Можете написать. Игаль Кутновский. Да. Вот. И наши учителя, мои и ваши учителя, у нас очень сильно, мы должны помнить, что у нас очень сильная команда всех. Это с нами в команде Рашби, Большим Тов, Раби Леви Ицхак Мепердичев, Раби Нахман. Это все наши, кто с нами в команде. Я говорю людям это, они странно, они удивляются, они какие-то обратно в эти фрейм, как это, в рамках и так далее. Зачем нам рамки? Вот зачем это все? То нельзя, туда не можно, так нельзя. Не знаю, честно. Время такое, что надо наоборот, понимаете? Я могу сейчас чуть-чуть вот рассказать. Есть такая вещь Harvard Business Magazine. Это в Гарварде абитуриентам и в Бостоне. Абитуриент и выпускник, да, выпускникам, да, в Гарварде есть такой журнал, а там всегда на первом месте было Alma Mater Education, то есть, ну, когда человек рассказывает, его Alma Mater, это самое важное, то есть Education. Теперь, уже несколько лет, знаете, что на первом месте там? Можно это проверить. Коммуникации, коммуникативные способности. Почему? Потому что вы можете быть сейчас, как это, кто владеет информацией, тот владеет миром. Вы можете, Google, пожалуйста, человек Google, есть у меня, у каждого есть такие знакомые, что его не спросите, он все знает. Все знает. Самое, это таксисты, кстати, они все знают, еще и знают, как проблему решить. Но я так не считаю, что кто владеет информацией, тот владеет миром, потому что сегодня мы говорим в открытом доступе все. Сегодня кто умеет применить информацию, кто умеет пользоваться информацией, тот владеет миром. То есть про о нас. Мы здесь с вами, нас, почему мы сейчас там 39 человек в этом эфире, почему этот Бенямин сидит в черной рубашке рассказывает? Потому что нас сегодня объединила с вами система ценностей некая.
Система ценностей. То есть это какая-то вещь, причина, по которой мы здесь собрались. Это причина. Окей. Эта причина, по всей видимости, делает меня и вас лучше. Почему? Потому что мы, когда начинаем правильно себе отчет отдавать, давать себе отчет, правильный причем. Что такое правильный отчет? Это не дай бог самобичевание. Это, кстати, очень плохо. Мы, когда занимаемся самобичеванием, знаете, что происходит? Мы виним Творца, потому что Он нас такими создал. Мы говорим, елки-палки, какой я плохой. То есть мы на божественное говорим, я плохой. Не говорим вообще о людях никогда, лошон ара, вот это плохое, о людях никогда нет. Как бы я сам это делаю часто, честно, и делал. Я стараюсь очень это, как, ну, я там не говорю матом на человека как-то, но так думаю, блин, иной раз. Потому что есть очень интересные особи сегодня, вот честное слово. Ну, уникальные люди существуют. Так вот, не надо это говорить. Потому что мы когда, допустим, делаем про себя... Я не знаю этого. Сирия, еще и она подключилась. Мы когда про себя делаем самобичевание, это мы не видим результата. Мы не видим результата. Как пришли мы на тренировку. Допустим, бокс. Мы пришли на бокс в 2020-м, ровно год пришел, тренеру говорю, слушай, я ничего не знаю. Это хорошо, когда человек говорит, потому что он видит, куда можно расти, он видит потенциал, он говорит, я не знаю. А тренер ему говорит, со мной такое было, только с борьбой очень давно. Говорит, слушай, так вспомни себя год назад в этот день, что ты умел. И тогда мы так же само с уроками, так же само с литературой, потому что мы когда читаем, мы наполняемся, у нас растет сосуд. То есть у нас как нехватка была света в сосуде, так и есть нехватка. Но у нас сосуд был 200, сейчас стал 400 грамм. Очень важно у нас вот этот получать духовный рост. Знаете, иной раз слушаете, думаете, блин, как так? Так такая интересная вещь. Я вот, у меня книга есть, сейчас с вашего разрешения покажу вам. Сейчас я сделаю, переверну, потому что это вот так. Современный мир сквозь призму Торы. Я ни в коем случае никакой не рекламы, ничего абсолютно, просто делюсь. Просто делюсь. Книга эта 33 гривны, он евро стоит. Айно, 1 евро стоит эта книга. А? Прекраснейшая книга. Как, то есть, простая, я дарю ее людям. Вот неважно, там, кто он, там, суперкрестьянин, вот у меня есть один суперкрестьянин, он все там праздники, он все так это, но мне картинки постоянно мешками шлет вот эти. Я не реагирую. Я окей, говорю спасибо. Что я сделал? Я ему подарил эту книгу. Он говорит, да я не буду там читать, это не моя конфессия тогда. Я говорю, слушай, ты почитай. И он когда там фразу прочитал такую, что он мне говорит, ну здесь написано, сотрудник, который не работает у вас в рабочее время, он у вас ворует. То есть он через эту призму, он через призму говорит, вау, это призма мудрости, как так? Я это хочу учить. Я говорю, да ну, а здесь начинается, сейчас мы до злости дойдем, здесь начинается, вот это тоже сатан сразу включается, он таких обожает. Думаю, ух, класс, вот это сейчас я буду работать. Это называется букетно-цветочный период. Это самое опасное. Когда мы начинаем, идем на тренировку, две тренировки провели, покупаем сразу все принадлежности. Кроссовки, спортивные костюмы, лосины, куртки, повязки. Вот все, что придумать можно, что нам продают, это вот та реакция, это наша реакция, правильно? То есть так же самое, когда что-то понравилось, все, я 25 книжек покупаю, мне надо учиться, потому что это все мега интересно, это мне надо мега изучить. Есть такое выражение в венгерском языке «лепишре, лепишрю», «с», «лепишрю, лепишре», «step by step», «шаг за шагом». Это называется лотерея. 99% людей, которые выигрывают в лотерею, статистика мировая, они еще становятся несчастнее, нежели они были. Почему так? Потому что у них нету сосуда на это все. Ну, нету сосуда. Я могу взять сейчас $1 миллион, прийти там куда-то. Вот представляете, человек,
как это социально, в общем, бедный человек, ему дали $1 миллион, он хочет машину, он приходит в тот салон, покупает эту машину, он не, ну, то есть это, я не говорю, что плохо быть там, иметь машину дорогую или там, ну, есть, понимаете, вот эти, не дурной человек придумал, правда, что у нас есть устная, есть письменная тара, есть устная тара, есть скрытая тара, и есть это путь к этому. Так что мы же не сразу учим там книгу, я не знаю, там, Зоар, допустим. Правда? Вот. Мы не учим сразу. У нас есть Танах, у нас Гемара есть. То есть мы учимся, я на предмете просто в нашей сейчас с вами системе ценностей это рассказываю, потому что вы понимаете, о чем я. Я вот эти, кстати, я слова там и какие-то вот эти, Барух Ашем, там, Бли Айнара, при людях я это не использую. Не из-за того, что я там, это, я ничего не стесняюсь и никого не стесняюсь. Просто система ценностей. Лучше через поступки. Лучше показать, слушай, оп, здесь. Вот так как с этим человеком, с этой книгой получилось. У меня их там, я покупаю их 10-20 штук и дарю людям просто. Пусть они изучают, читают и так далее. Кстати, есть книга «Сатан». Есть книга «Сатан», вы можете ее найти, вы можете почитать эту книгу «Сат». Обратно же, смотрите, я не дай бог, я это не продаю, не рекламирую как-то. Начинаем с букваря. И букварь, есть такая книга, называется «Буратино». Это настольная книга бизнесмена. Кто хочет бизнесом заниматься, читаем «Буратино». Вот. Ой, я прочитал, я не знаю, это просто так, я Яков вот сказал, хочешь, говорю, ну, конечно, давай в воскресенье 10:30. У меня нет бесед. Если есть на это, если будет на это запрос, мы можем организовать, мы можем поговорить, я думаю, сами. Это надо, что понимаете, почему важно, мы сначала строим, открываем фирму документально, покупаем помещение, арендуем помещение, потом деятельностью начинаем заниматься. Вот, надо сначала, наверное, сделать вот этот процесс, свет, чтобы запрос был. Если будет запрос, мы это построим, это не есть сложно. Договориться, найти время, чтобы всем было комфортно. И, конечно, очень благодарен. Я повторюсь, я не учитель, я не там человек, мега какой-то там цадык или цадык. Нет, я обычный просто человек, который живет своей жизнью и старается... Ой, Саня, вот Саню я знаю. Спасибо, да, спасибо. И тебе спасибо за такие теплые комментарии. И я не стараюсь, спасибо. Значит, так приятно читать, прям не знаю. Да, но это говорю я, не мой эгоизм. Это действительно приятно. И очень, знаете, важно понимать то, что сегодня у нас... Тора, кстати, Толдот глава на прошлой неделе, да, и просто прыгая уже, утратил нить. Толдот глава, мы знаем, что в Торе нет настоящего времени. В Торе он и пойдет, и сделал, и сказал. Вот, в Торе, вот, можно, да, у Торы нет настоящего времени. Где мы встречаем настоящее время? Мы встречаем в Ривке настоящее время. Ривка, она из-за того, что сильно любила Якова, она, обратите на это внимание, я это пошлю, это очень интересно. Это кстати, это тема Сатана. Почему? Потому что мы живем в этом моменте, и нам надо жить в этом моменте. Нам не надо жить в прошлом, нам не надо жить в будущем. Сейчас кто-то будет говорить, надо спланировать, вперед смотреть. Мы не об этом говорим. Планы – это физическая вещь какая-то. Потому что мы планы, как оно работает. То, что мы захотели, если у нас что-то пробудилось, какое-то желание, оно уже у нас есть. То есть мы уже там, в Ацилут, мы знаем, как оно работает, да? Асия, Ецера, Брия, Ацилут. Адам Кадмон не трогаем. Мы уже его там запрограммировали, оно уже у нас есть. Теперь, кстати, получить. Вот это надо промежуток получить. Кто знает, как слово получить будет с древнеарамейского? Получение на русский.
Кто-нибудь знает? Слово «получить». Я уверен, знаете, просто писать. Получить, слово «получение» — это каббала в переводе. Как нам получить то, что у нас есть? Вот мы там придумали себе, мы хотим, не знаю, самое банальное, $1 000 000 на такую-то потребу. Важно всегда указывать. Важно всегда указывать, на что я хочу. Благотворительностью, знаете, говорит, о, так я пойду сейчас по $100 раздам. У меня разные есть люди в кругу общения. По $100 бедным раздам. Что значит бедный? Что значит раздать? Сделай турник во дворе. Вот. Это больше пользы будет. То есть, понимаете, вот эти все вещи, которые мы думаем, это социальные вещи, вот так, потому что кто-то сказал, кто-то так придумал. Надо это, надо это. Это все тема очень глубокая. Я на самом деле хотел о сатане рассказать чуть-чуть, там думал 10-15 минут, у нас получилось больше. Вот. Я рад, что людям это нравится. Понимаете, мы как радиостанции с вами. Я, вы, то есть мы и отдаем, и принимаем сигналы. Так что я вам, знаете, что хочу сказать, я еще не прощаюсь, но чтобы вы просто всегда правильный сигнал подавали и принимали тот же. Знаете, говорят, если это ж не дурно сказал, на одной волне. Вот. Это по-любому евреи придумали вот это выражение 100%. На одной волне. Волна вот эта наша, там, этот, кстати, кипа, тфилин, черные коробочки. Я кстати, я помню, в Рим был, хотел очень сильно помолиться. Утро было, не знал, где помолиться, и шел к синагоге, там она была закрыта что-то. Так думаю, может быть, на улице сбоку стать помолиться? Нет, это, кстати, не поймут люди. Я не думаю сейчас о том, что люди подумают. Я не об этом. Я о том, чтобы, знаете, неприятно, когда люди, не разбирающиеся, начинают там что-то комментировать. И, повторюсь, я никого там не стесняюсь, не боюсь в этом отношении. Ну, просто так мы это делаем. Вот. По-разному, допустим. Почему сфаридим прячут цицит кисти, а ашкенази их выпускают, потому что сфаридим — это Ицхак Лурия, братан. Писал, что говорит, на них, на кисти, на клипот цепляется. Ну, это вот если сказать ашкеназим, он с этим не будет согласен. То есть разные традиции даже здесь. А представляете, там человек, который крестится, и он видит, какие-то там коробки одевают на голову, черные и так далее. Такое. Как бы по чуть-чуть. Вот, теперь давайте еще чуть-чуть, еще давайте притчу расскажем одну про сосуд, про оппонента, и будем по чуть-чуть прощаться, потому что у вас, я не знаю, там, я, как времени, надо было спросить, сколько можно в эфире участвовать, я вот это не знаю. Притча про рыбака. Рыбак ловит рыбу. Просто рыбак ловит рыбу. В кустах за ним наблюдает человек обычный. Человек смотрит, наблюдает и не может просто понять, что происходит. Рыбак вот такую большую, вот такую рыбу рыбак отпускает, а вот такую маленькую оставляет. Этот уже не выдерживает, приходит к нему, говорит, вы знаете, я наблюдаю за вами. Я говорю, ничего страшного, пожалуйста. Говорит, у меня есть вопрос очень интересно. Говорит, смотри, вы такую большую, вот такую, не помещается, вот такую рыбу отпускаете, а вот такую рыбу вот на ладошку оставляете. Говорит, я понял сейчас, объясню, в чем причина. Говорит, все дело в том, рыба говорит, что у меня дома вот такая сковородка. И эта рыба идеально помещается в эту сковородку. Это мораль, что у нас есть сосуд. Не трогаем зону комфорта, не трогаем рыбу, можно порезать, не трогаем рыбу, там тра-та-та. Можно много вариантов. Если евреи еще будут комментировать, еще скажут, ее запекать, выпекать можно, вот поверьте мне, не надо вот это. Дело в том, что у нас с вами, у каждого есть сосуд, который мы вот наполняем чем-то. Хорошими делами, плохими делами в том числе. Так теперь... Что такое грех? Хет.
Хэт – это когда мы взяли лук, бух, и не попали в десятку. То есть это не попадание в десятку, это, грубо говоря, мы без всего процесс сделали без света. То есть репит надо сделать еще раз, обязательно повториться. Вот, знаете, как говорят, домашнее задание, понаблюдайте за вашей жизнью, что у вас в жизни повторяется, в каких сферах, в каких частях вашей жизни идет повторение, вот, где идет постоянно повторение. Вот, посмотрите, пожалуйста, я думаю, вы проанализируете, у вас точно появится, вот, это репит, у меня там что-то 5 лет уже повторяется, то-то, я это знаю, что это у меня надо исправить, но я из-за того, что я вот поддаюсь, что называется, своему, кто-то говорит, с желанием, понимаете, кто-то говорит, карма, ну, мы идем же от простого, правильно, мы идем от того, что есть, мы уже узнали, что есть сатан, мы знали это, но мы знаем, когда он отдыхает. Кстати, ну, я говорил об этом, мы рождаемся в роддоме, там, родились в роддоме, какой бы он ни был, хороший, плохой, неважно, мы родились, нам дают свидетельство, это сертификат рождения, свидетельство о рождении. Нам не дают какое-то пособие, книгу, где мы открыли, так, да, сейчас кто-то скажет, у нас есть Шулхан Арух, конечно, у нас есть Шулхан Арух, но Шулхан Арух это свод правил, вот, там не написано, как мне внутри реагировать на... Там написано, когда стоять, где произносить, где не произносить, как готовить и так далее. Это очень важно. Я не против Аллахи, я за Аллаху. Мидрашим, там тоже другое написано. И Талмуд, понимаете? У нас элементарно, мы стиральная машина купили, стиральную машину хотим загрузить там вул, как вул будет, это шерсть. Вот, мы шерсть хотим загрузить в стиральную машину. У нас мы берем, ага, это какая-то программа, там мы смотрим, открываем инструкцию, смотрим, да, 60 минут, там 30 градусов температурный режим. И мы знаем, нас в жизни такого нам не дали, такой книги, вот так прямо. Да, они есть везде. Свою лепту вносит и христианство в это. Все, каждая, что называется, религия, она помогает. Они, то есть, не так, не религия. Иисус это помогает людям, Мухаммед помогает и так далее. Далай-лама, Будда, вот эти все люди, все... Авраам, кстати, самый уважаемый Авраам, я считаю, это самый большой человек, которого, по всей видимости, 5 миллиардов людей уважают на планете. 2 миллиарда крестьян, 2 миллиарда мусульман. Вот. В этом отношении, как они в Инду, в индуизме, в Индии, там вылетело с головы. Миллиард людей тоже, то там есть, которые признают Авраама. Причем, что он был олигарх своего времени. Это величайший человек. Вот. Он живет еще, его душа есть. У вас, у меня, у каждого человека. Это хесед. Вот. Так что нам важно по чуть-чуть наполнять свой сосуд вот этими вещами, которые мы потом можем поделиться с друзьями, с родителями, с нашими близкими, с супруг, супруга. Вот. Важно. Важно то, что мы уже сегодня находимся в этом вот состоянии разговора коннект. Представляете? Правда? Вот песок. С чего создана пирамида? С песка. Песок это проводник. Сильнейший. В пустыне пирамида песок. Почему? Сейчас мы с вами общаемся. Представляете? Просто я вам объясню то, одну вещь, которую мы недавно с учителем говорили. Песок. Пирамида с песка. Пирамида это было, ну, как мне там известно, то, что мы говорили, это заканчиваю уже. Это вещь, которая была построена людьми, просто это у людей было сознание, было, как он называется, ой, блин, что-то я утром забываю, а? В общем, был, да, человек, который это управлял сознанием людей, это действительно было людьми, там не инопланетянами построено, все нормально, не об этом. Песок. Теперь мы с вами разговариваем по этому мобильному телефону. Это тоже песок. Это тоже с песка вот эта вещь сделана. Но просто технологически сейчас вы меня видите и слышите. Я вас тоже вижу и читаю. Слышу, понимаете, о чем речь? То есть мы программируем. 8 класс физика. Стол, молекулы, я молекулы. Но стол не идет вместо меня на работу. Вам стол сейчас не рассказывает эту информацию. Рассказываю я, обвиняемый.
Вот, понимаете, ДНК. Также структура в душе есть ДНК. Это важно понимать. ДНК души, вот. Не надо там ее менять, божественное вмешательство делать. Не об этом. ДНК. Надо понимать, что мы живем в мире, в метафизическом мире. Мы живем в мире, в котором нам надо помощь, нам надо инструкцию. Благодаря нашим учителям, благодаря вот vaikra.com, да, благодаря людям, Якову, всем Ицаку, кто помогает это все строить. Благодаря вам всем, однако, мы делаем то, что есть сегодня, и говорится, что есть лучше. Мы делаем лучше себя, мы делаем лучше время, потому что даже если нас 45 человек сейчас смотрит, если эти 45 человек, вы знаете правила этих пожатий, сколько там, 7 или 6 пожатий руки, мы можем сделать лучше. Да, вы знаете, ждем Машеха, это там давно Машех пришел. Каждый Машех это здесь инсайт внутри. Или что? Или люди, которые там, вот, Машех, это, понимаете, это, мне кажется, это похоже что-то золотого тельца, кто-то начинает там строить. Вот так оно будет выглядеть. Зачем? В Талмуде написано, что любая цель делится на 4 процесса. Вот, вот. 1, 2, 3, 4. Первое – это наш с вами разговор. Мы говорим, давайте, вот у нас есть 40 человек, давайте построим бизнес-центр. Вот. Мы уже, давайте представим вместе, это стеклянный бизнес-центр. Там 4 этажа, парковка внутри, там заезжаем шлагбаум, там, ну, красиво, кофеаппарат внизу, там такой, ну, красиво. Мы уже это видим, это четвертый этап, визуализация того, что должно получиться. Первый и четвертый. То есть мы всегда находимся в первом и в четвертом. Осталось второе, осталось третье. Что такое второе, третье, второе? Это написать, давайте, наши 40 человек сейчас, давайте садимся, пишем бизнес-план. Давайте пишем проект, project. Да, давайте мы пишем, считаем и так далее. Кто нам там даст кредит какой-то, МВФ, ну, неважно, да. А третье, это мы уже все подписали, третье, мы завезли материал на стройку и начали что делать? Что мы начали делать? Строить. Строить. Технадзор, контроль, нервы. То не так, то не так. Тот бухнул, не вышел на работу. Тот не привез. Там разрешения нету. И так далее. Вот процесс. И приходим четвертый. Знаете, люди на каком всегда останавливаются? Как думаете, на каком люди всегда останавливаются? Люди останавливаются на первом. Поговорили и забыли. Да, надо действовать, правильно. Если вам это понравилось, что я рассказывал, я не знаю, как это сделать. Наверное, надо вам написать в группу, чтобы мы это как-то договорились, нашли время, чтобы вам было комфортно, чтобы мы могли встречаться. Почему у меня так... Привет, завязал красную нить. Красный. Это с Магелли и Рахель. Кстати, когда делают красную нить, молятся молитву Анна Бекоах, 42 имени Бога. 7 измерений, 7 цветов, 7 нот, 7 планет, Авраам говорил с Сефер Яцера. Вот, если это, спасибо большое, кому понравилось, если это так, то надо, наверное, время найти, договориться. И вести вот такие, у меня темы, понимаете, у меня темы простые, там, ребята, я вижу, недельные главы, ну, все есть, я посмотрел портал, недельные главы есть, там, Мишна есть, притчи Соломона есть, ну, все, понимаете, ну, говорить еще то, что, что и так люди говорят, нет, я думаю, вот такую тему простую, и им тоже, да. Везде по-разному, кстати. Кто-то это по-такому, кто по-такому, прекрасно нет. А если, да, говорить там, молитва их значения, вот, оппонент, как быть лучше, причина, сосуд, вот, грех и так далее. Ну, такие вот темы более, я не знаю, то, что я изучаю, то, что есть чем поделиться. И всегда надо оставлять вот такую чуть-чуть загадку, чтобы чуть-чуть, чтобы было интересно, чтобы было желание еще прийти. То есть мы открыли сегодня дверь, и мы давайте вместе идти по этому
коридору. Давайте назовем это коридором, потому что у нас на коридоре будут встречаться двери, у нас будут что-то, ну, всегда процесс, будем открывать каждую дверь и смотреть. Я вообще книгу надо написать. 1001 дверь. То есть стучать. И я не робот, потому что всегда сегодня хотят роботизированными быть, потому что мир такой устроен. Мы не говорим сейчас идти против мира или нет, просто работать в резонанс, а не в диссонанс. Так что всем спасибо за время, за то, что мы с вами вот дошли до 45 минут, это много. И всем людям, которые здесь есть, слушали, заходили, выходили. Мы же обратно, мы не знаем, почему этот человек зашел, вышел. Может, у него что-то оборвалось, сети у него не было. Мне нельзя так. Спасибо вам всем. Я вам желаю, что Йом Тов, и Ходеш Тов, и желание вам желаю. Чтобы у вас всегда было желание быть лучше, желание быть здоровым, желание быть счастливым, желание идти вперед, желание двигаться. Вот это важно, потому что без желания мы ничего не сможем. Все, всем пока, всем спасибо, всем спасибо. Шаватов, да, всем бай, ребят, нажимаю завершить и поделиться эфиром.